Всем привет! Это мой влог. Не прошло и, я не знаю, месяца, сколько там, с последнего влога. Но, извиняюсь, конечно, я забыла снять влог с моего дня рождения. Но я забыла. Прошу прощения. Катя мне напомнила, я потом только вспомнила, что я, оказывается, его не досняла. Вот, а то, что сняла, ну, знаете, смысла не было выкладывать. Вот, но сегодня я решила, что я очень сильно хочу снять то, как я делаю свой макияж. Потому что, ну блин, я всю свою жизнь, после того, как я начала смотреть, как селебрити делают свои макияжи на мок, я всегда садилась около зеркала, я всегда делала свой макияж и думала, что, ну блин, я в этом видео, но позвольте мне представить, что я так делаю. Вот, что хочу сказать, снимаем очки. Что хочу сказать, но вообще каждое утро я делаю какую-нибудь масочку, у меня очень проблемная кожа, и мне всегда надо как что-нибудь делать. У меня есть пудра, не помню, как она называется, специальная для лица, и почти каждое утро я умываю лицо ей, либо специальным гелем для умывания, постоянно наношу крема, иногда делаю скраб. Вот сегодня, к примеру, я сделала скраб для лица, потом нанесла... что я там делала еще? Ну, короче... Много чего сегодня сделала, вот, потому что в последнее время с кожей у меня опять проблема. Вот, ну, наверное, тут не очень сильно видно, но вблизи, конечно, да, желаю лучшего. Вот, давайте начнем. Первое, что я делаю, я всегда наношу основу по макияжу. Вот, ну, совсем немножко. Вот, ну, вообще, каждый день я наношу крем, потому что крем, вообще, это очень важно, чтобы увлажнять кожу, она мне достаточно сухая. Вот, иногда, конечно, бывает и жирная, ну, постоянно какие-то проблемы у меня с кожей. Не думайте, что я какой-то профессионал, конечно, в макияже, но я каждый день делаю макияж, потому что я не выхожу, в принципе, именно гулять или куда-то, если я куда-то иду, кроме там магазина, иногда я в магазин крашусь, ну, просто, знаете, макияж для меня это, ну, такое то, что я делаю каждый день. То же самое, если я умываюсь, чищу зубы, ну, блин, для меня это все одно и то же. У меня нет такого, что я крашусь, потому что я чувствую себя неуверенно или что-то такое, я, на самом деле, просто привыкла к этому. Ну, не из-за того, что я там, не знаю, у меня есть какие-то комплексы, естественно, у всех они есть, но просто мне не хочется, вот, не хочется ходить без макияжа, вот. Так, я пользуюсь вот этим тональником, мне на самом деле очень нравится, вот этот, что за бренд, я не знаю, если честно, купила тут, потому что мой прошлый тональник закончился, он мне очень нравится, так классно ложится, на самом деле, очень он прикольный, вот, я просто наношу, вообще не парюсь, у меня нету... Знаете, я последнее время так забываю русский, вообще не знаю, как на нем общаться. Из-за того, что я, знаете, начала учить грузинский, и поэтому, типа, я хорошо сейчас знаю грузинский, но просто я стала забывать русский язык, я не знаю почему. Вот. В принципе, что я вам хочу сказать? Я вам хочу сказать то, что ничего не видно, что я делаю. Sorry, давай это удалю. Что я хочу сказать? Так, наносим, Я не очень большими такими стрелями наношу. В принципе, один или два слоя. Вот я не очень люблю, когда много тоналки. Мне это не нравится, моя кожа выглядит не очень красиво с этим. Вообще не вижу, что я делаю, зеркала у меня нет. Ну, ладно, я не хотела просто краситься ваннем. Так, следующий этап нанесли. Дальше у меня есть кушон. Кушон от какого-то корейского бренда. Мне его покупала мама. Мне очень нравится кушон, потому что после него очень красиво выглядит кожа. Мне бы сейчас очень помогла моя палетка, где зеркало. Смотрю в нее. Вот. Что я вам хочу сказать? Кстати, я недавно посмотрела видеоблог с Арианой Гранде, и, блин, она так прикольно все рассказывала, знаете, я прям почувствовала... Ну, иногда мне просто кажется, то, что не все селебрити говорят там про то, что они делают какие-то пластические операции, или то, что они там филлеры загоняют и все такое. Вот, и она так свободно об этом начала говорить, и, знаете, ну, прям было приятно слушать все, что она делает, все, что она говорит. Вот. Было прикольно. Я думаю, я бы вам посоветовала посмотреть это видео тоже. Так. Я думаю, что он у меня выровнялся. Все. Ничего не видно, потому что, знаете, сюда утром... Ну, короче, до 5 часов не падает солнце. И вообще. Я сейчас открыла полностью шторы. Ну, и ничего не видно. Все равно. Так, что мы дальше делаем? Я беру свою палетку от Revolution, которой уже непонятно сколько лет. Она очень грязная. Потому что я ее последний раз чистила давно, если честно. О, такой хороший штук получился. Вот. Я обычно пользуюсь, ну вот вы видите, какими цветами пользуюсь. Тут есть более такие красные, розовые, ну, в общем, яркие. Вот эти вообще никогда не использовала. Вот я в основном пользуюсь фиолетовыми тенями и более коричневыми. Не знаю, мне просто нравится, когда у меня лицо более такое темное выглядит, потому что я сама по себе светленькая, и хочется сделать акцент на что-то такое более темное.
сейчас выкрасим. Я делаю коричневое тени. Ничего не вижу. Ну ладно. Я думаю, будет нормально. Вроде норм. Норм. Так. Дальше у меня есть маскара. Это тоже какой-то корейский бренд. Тоже мама покупала. Если честно, тут не очень уже видно, как он называется. Но мне нравится очень. Это тушь. Тушь точно так называется. А что я тут крашусь? Подождите, подождите. Это мое первое видео. Как я крашусь, я не умею его снимать. Sorry. Красим ресницы. Я надеюсь, я нормально крашу, потому что ничего не вижу. Я, кстати, всегда крашу нижние ресницы, мне очень нравится, как это выглядит. И раньше, когда я красила нижние ресницы, знаете, было такое ощущение, что у меня просто тушь потекла. Вот. А потом, когда я купила эту тушь, она прям нормально красит и не стекает. Держится хорошо. Вот так. Ну, вроде нормально. Я потом, если что, поправлю, потому что я надеюсь, вроде нормально. Вот. Так, ну, в принципе, что у нас тут еще? Немножко темные глаза получились, но ничего. Вот, сегодня я хочу вот эту помаду от Ставари. У меня есть намного лучше помады. Есть еще одна помада, которую я покупала очень задорого, но она мне очень задорого. Дорого покупала, короче. Вот. Но я не хочу ее пользоваться, потому что мне не нравится ее оттенок, как она ложится, вообще ничего не нравится. Я поэтому пользуюсь помадой от Stellary, которая вообще была очень дешевая, она уже заканчивается, но... Но мне нравится, она такая темненькая, прикольная. В принципе, все. Я закончила практически со своим макияжем. Вот такой получился мой макияж. Я надеюсь, вам нравится, потому что, я не знаю, я люблю темный макияж. Сейчас я что-нибудь подправлю тут, потому что я не видела. Вроде нормально. Нормально? Нормально. Сейчас будем одеваться. Сейчас будем одеваться, и потом едем гулять. Покажу вам свой аутфит. У меня, правда, не очень много одежды сейчас из-за того, что все вещи в Сочи. Их должны привезти бабушка с дедушкой. Но, ладно. Вообще, хотела сегодня что-нибудь такое сделать, но, блин, мой аутфит это не подходит. А, вот нормальное зеркало. Чё я парилась? Ой, блин, красиво получилось. Может, какие-нибудь делать верстки? Мне нравятся вот эти, кстати, они очень прикольные. Смотрите, давайте сделаем. Чуть-чуть. Макияж. Очень прикольно вышло. Сейчас покажу аутфит. Идите. Так, аутфит. У меня такие немножко low-rise джинсы. Не знаю, для кого это лоб, для кого нет, потому что для меня это не стоит. Для меня высокая, это вот эти полотенца, потому что в основном я такие ношу, это немножко пониже. Я, кстати, немножко сейчас похудела, и они мне больше идут, чем раньше. Я думаю, с вот этой сумкой я хотела, кстати, черную надеть. Но я думаю, что вот это лучше сюда подходит. Это моя любимая сумка, поэтому здесь будет это. Вот сейчас делаю аксессуары. И я думаю, скоро пойдем. Слушайте, хорошо накрасилась. Все-таки я не бездарь. Кто думает, что я бездарь, я не бездарь. Давайте еще раз посмотримся. Давайте, sorry. О, да. Белла ходит, отдыхает. Вы тоже так думаете? Я тоже так думаю. Вот, я уже сделала свои сережки, мои любимые сережки, уже никуда без них уже не хожу. У меня очень много, кстати, сережек разных. Я, если честно, вообще не любитель, вот, всяких аксессуаров, это вообще не мое, если честно. Меня очень раздражает, когда у меня браслеты или что-то еще, но вот просто бесит. Ненавижу носить вот тут что-то, но, если честно, я полюбила эти сережки. Я очень сильно благодарна своей тете, потому что, я не знаю, они делают меня более такой милой, женственной. И мне очень сильно они нравятся. Вот, кстати, вот эти духи, мои любимые. Нарцисску. Тоже тетя подарила, по-моему, в прошлом году. Я до сих пор ими пользуюсь, и я очень боюсь, что они закончатся. Потому что я пользуюсь ими. Я не хочу, чтобы они заканчивались, блин, потому что надо новые покупать. Sorry. Дорого стоят они. Вот. Что хочу сказать, сейчас мы пойдем гулять, будем гулять, вайбовать, пока у меня есть время, еще учеба не началась, это уже до плюс, пока что это плюс, завтра, кстати, иду в университет, я думаю, сегодня буду монтировать видео после того, как приду, о чем-то займусь полезным, это полезное и знание,
Такой сегодня, конечно, влог. Супер информативный, но что есть, то есть. Вот ванна вечера. Гуляем. Здесь и здесь. Идут. О, да. Просто с головы шаурма с картошкой и все. Ну, это красавчик. Ничего, я ахал, я. Вкусно? 50-50. Настроение, конечно, подняли. Чунгук с Чимином, другие двоих. Свои родные. Потом, кстати, какой-то азиат прошел. Один такой, ну, нормальный. Ой, бомба-бомба. Все, я уже пришла домой. Честно, у меня куча дел. Но, блин, я сегодня за то, что мы пошли гулять, особо ничего не делала. Но, блин, мне надо сейчас ходить в душ. Потому что завтра надо в университет. Еще что-то мне надо было сделать, я уже забыла, блин, что забыла. Ладно, потом вспомню. Вот, и что хотела сказать. Вот, был сегодня очень хороший день. Мы погуляли, сходили покушали сулаки. Потом мы сходили в очень красивую кофейню. Боже, как там было красиво. Я решила, что буду туда ходить иногда. Когда будут выходные, ну там, если познакомлюсь, подружусь с кем-нибудь, буду вместе с ними ходить, вот, если что. Вот немного, ну, это далеко, это в центре находится, мой университет не в центре. Вот когда буду, если вдруг захочу, можно будет приходить туда, что-то делать, знаете, такая очень комфортное место, вот. И мне понравилось. Мы там посидели, так круто было, очень вкусное кофе было, боже, нереально, я никогда в жизни такое не пробовала. В общем, в принципе, все, хорошо провела день. Надеюсь, вы тоже хорошо провели день. Все, в принципе, все, у меня много дел, надо сделать. Я что-то там себе... А, все, я вспомнила, что мне надо сделать. Эх, к сожалению. Ладно, все, я пойду, завтра надо встать утром. Боже, Георгий смотрит One Piece. Если вы слушаете какие-то звуки, это Георгий смотрит One Piece. Sorry. Вот. И что я хотела сказать. Завтра будет надо к 11 утра. Боже мой, почему мой двоюродный брат решил, что надо в 11 утра ехать туда на регистрацию? Я не понимаю. Он сказал, у меня дела, я пока туда доеду, пока мы что-то там сделаем, 300 дней пройдет. Come on! Я только в 11 начинаю свою жизнь. Что мне с этим делать? О, ладно, короче. Сейчас, может быть, смонтирую видео и пойду дальше делать свои дела. Завтра куча у меня всего. Боже, надо сделать грузинский. Надо вот сначала пойти, потом прийти домой, сделать грузинский. Еще там нам присылали наша... Двоюродная бабушка присылает нам посылку с Италии, и надо будет это все разбирать, перекладывать по коробкам, чье, кого отдавать, потом еще куча всего. В общем, завтра насыщенный день, сегодня тоже был, но я рада на самом деле, потому что я чем-то хоть занималась, завтра буду заниматься, поэтому это плюс. Все, я надеюсь, у вас все было хорошо сегодня, вот. И надеюсь, и завтра, и послезавтра, и вообще всю жизнь у вас все хорошо. Вот. И ну все. Аню. Консамида. For watching this video. This vlog. Ой, ребята. Что-то не хочу заканчивать. Ну ладно. Все, пока.